Амирбек родом из Узбекистана, но давно живет и трудится в России. Здесь его дом. Защищать его он считает своим долгом. Его дед много рассказывал про своего отца, участника Великой Отечественной, как плечом к плечу били нацизм советские солдаты. Подобно своим дедам, и сегодня вновь с поднявшим голову врагом сражаются наши бойцы. Чтя героическое прошлое народа-победителя, Амирбек решился отправиться в зону специальной военной операции ради будущего нашей страны и ее союзников. Наши предки победили нацизм. И теперь наша очередь. Я живу, и моя семья, близкие, родственники, все живут тут, в России. Считаю, что это свой долг, где моя семья живет, и это моя родина. На передовую Амирбек отправился из Щелковского военкомата. В нашем округе налажено взаимодействие власти с представителями диаспор. Вопросу уделяет большое внимание глава округа Андрей Булгаков и вся команда руководителя муниципалитета. Щелковским городским округом лично господином Булгаковым Андреем Алексеевичем тоже взаимодействуем. Мы слышим друг друга. Глава, который, в принципе, всегда руку держит на пульсе по вопросам социальным, по вопросам пенсионных пособий и вопросах мобилизации. Сегодня, когда вся страна встала на борьбу с врагом, который угрожает свободе и истинным ценностям нашего народа, оставаться в стороне нельзя. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.